Всем приветик. Ты тоже в кадре, не Маруся. Спасибо. Так, идем, мы уже отвели малых в садик. Идем домой. Наша Милочка тут рыдала, сидела, потому что я побежала за булочкой, а Гентария с ними пошла в садик. Так она разрыдалась, истерику устроила, как это так, мамы рядом нету. Вот так вот. Так, в общем, сейчас я обута в свои сникерсы по запросу. Сейчас покажу, попросили, чтобы я же показала. Ну, я обещала как-то показать, да? Еще этого не сделала. Хотя я у них уже ходила. Сейчас покажу. Если будет видно, сейчас мне еще Гентария моя мне снимет. Это все дело. Тут освещает сильно. Надо... Ой, тенечек. Вот, вот, смотри, тенечек. На, покажи. Вот так вот весь рост у нас. И вот. Ко мне, ко мне. А у Гентарии точно такие же, только белые. Точно такие же. Ну классные, очень-очень удобные. Вообще даже не чувствуешь, что вот платформа здесь есть. Вообще классные. Покупайте, не пожалеете. Очень удобные. И покупала, спрашивали, где я покупала. Покупала в Дайхмане. Потому что вот человек, который спрашивал, я не могу ответить. Не знаю, нету вот этой кнопочки ответь. Не могу, наверное, вас нету в Google Plus, нету вас зарегистрировано. Вот так вот. У нас весна, птички поют. Смотрите, у нас цветут деревья. Я не знаю, что это вишня, наверное, не вишня. Нет. Или абрикос. Какой абрикос? Ты встречала здесь абрикос? Нет. Не знаю, что. Какая красота, да, вообще? А где лепестучки? Ну еще нету, видишь, только цвет. Ну я не ботаник, я не разбираюсь. И вон аж туда, вон вот это все деревья цветут. Красотень. А вот очень-очень классное дерево, вот это вот, когда распустятся цветы, я покажу, как это выглядит тоже, смотрите. Ну, разве это не красота? Весна. Будут очень-очень красивые цветы, и они очень пахнут. Все-все дерево будет в этих цветах. Весна, весна, ла-ла-ла-ла-ла. Зеленеет трава. Помните эту песню?